Всем привет, это уже второй привет из солнечного Калининграда. И сегодня на обзоре у нас фокус, как мне подсказывают, исковерканное название, это кулебра. Я на самом деле не знаю, точно так оно называется или нет. Данный велосипед нам предоставил наш сотрудник из магазина. Привет, Азамат. Здесь установлено Shimano 105 навесное оборудование. Стоят тормоза, которые он, по-моему, заказал с Алиэкспресса. Стоят хорошие колеса. Смотрим то, что этот велосипед он собирал полностью самостоятельно и очень классно подобрал цвета. Почти каждый элемент соответствует общему дизайну этого велосипеда. Рама S, накат хороший, прошел полностью технический обсмотр. Все смазано. Передний переключатель Shimano Tiagra, но это на самом деле мало чего значит. Вот. Главное, что этот велосипед очень легкий, и вы можете его заказать у нас или узнать цену в нашем магазине велосипедов 39.